Приготовьтесь к йога-нидре. Лягте на пол или на коврик. Примите позу шавасана, позу мертвого, и расположитесь как можно удобнее. Ноги на ширине плеч, расслаблены, носки смотрят наружу, руки на небольшом расстоянии от туловища ладонями наверх. Поправьте одеяло, одежду. Примите удобную позицию, чтобы во время сеанса йога-нидра вам не приходилось двигаться и было комфортно. Закройте, пожалуйста, ваши глаза и держите их закрытыми во время всего сеанса. Самое важное действие во время сеанса йога-нидра – слушать и чувствовать. Во время йога-нидра вы осознаете и слушаете. Сны вы контролировать не можете. В йога-нидра вы творец снов. Мысленно скажите себе: «Я не засну, я буду слушать только голос». Повторите про себя: «Я не засну». Дайте себе время успокоиться и не двигайтесь. Сделайте глубокий вдох и, вдыхая, почувствуйте покой, расплывающийся по телу. Выдыхая, медленно скажите себе: «Покой». Услышьте и осознайте отдаленные звуки. Постарайтесь расслышать самые отдаленные звуки, насколько позволяет ваш слух. Позвольте вашему слуху действовать подобно радару, разыскивая отдаленные звуки и прислушиваясь к ним несколько секунд. Переключайте ваше внимание с одного звука на другой, не пытаясь распознать их происхождение. Постепенно переключите ваше внимание на ближайшие звуки. Звуки за стенами этого здания. Затем на звуки внутри здания. Осознайте эту комнату. Не открывая глаз, представьте четыре стены, потолок, пол, ваше тело, лежащее на полу. Увидьте ваше тело, лежащее на полу. Осознайте физически ваше тело, лежащее на полу. Ваше тело полностью неподвижно. Ваше тело лежит на полу. Осознайте все точки соприкосновения вашего тела с полом. Осознайте дыхание, глубокое, естественное, спонтанное. Не концентрируйтесь на дыхании, чтобы не нарушить его естественного течения. Продолжайте слушать мой голос и знайте, что вы дышите. Сеанс йога-нидра начинается сейчас. Мысленно скажите себе: «Я занимаюсь йогой нидра. Я не усну. Я занимаюсь йогой нидра». Сейчас задайте себе установку, цель вашего духовного или физического развития. Сформулируйте ее простыми словами. Простыми словами. Повторите мысленно вашу установку осознанно и с чувством 3 раза. Перенесите ваше сознание в разные точки вашего тела так быстро, насколько это возможно. Ваше сознание должно прыгать от точки к точке. Пожалуйста, мысленно повторяйте название каждой части тела за мной и в то же время осознавайте,
ощущайте эту часть тела. Сеанс всегда начинается с правой руки. Большой палец правой руки, указательный, средний, безымянный, мизинец. Ладонь руки, обратная сторона ладони, запястье, нижняя часть руки, локоть, предплечье, плечо, подмышка, талия, бедро, колено, голень, стопа, обратная сторона стопы, большой палец правой ноги, второй палец, третий, четвертый, пятый. Большой палец левой руки, указательный, средний, безымянный, мизинец. Ладонь руки, обратная сторона ладони, запястье, нижняя часть руки, локоть, предплечье, плечо, подмышка, талия, бедро, колено, голень, стопа, обратная сторона стопы, большой палец левой ноги, второй палец, третий палец, четвертый, пятый. Правое плечо, левое плечо, правая лопатка, правая ягодица, левая ягодица, спина, вся спина целиком, макушка, лоб, правая бровь, левая бровь, участок между бровями, правое веко, левое веко, правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, правая щека, нос, кончик носа, правая ноздря, левая ноздря, верхняя губа, нижняя губа, подбородок, челюсть, глотка, правая грудина, левая грудина, пространство между грудинами, верхняя часть живота, нижняя часть живота, вся правая нога, вся левая нога, две ноги вместе, вся правая рука, вся левая рука, две руки вместе, вся спина, вся передняя часть тела, вся голова, ноги, руки, спина, живот, голова, все вместе, все тело, все тело. Почувствуйте все тело и осознайте то пространство, которое оно занимает. Почувствуйте свое тело и это место на полу, которое оно занимает. Тело и пространство. Осознайте тело на полу, все ваше тело по отношению к полу. И в то же время ощутите точки соприкосновения тела и пола. Это едва ощутимые прикосновения. Ощутите точки соприкосновения затылка и пола, лопаток и пола, локтей и пола, обратной стороны ладони и пола, ягодиц и пола,
голеней и пола, пяток и пола. Осознайте все точки соприкосновения тела и пола, все вместе, в равной мере. Продолжайте ощущать все эти точки ясно и четко. Не засыпайте, пожалуйста. Продолжайте. Переключите ваше внимание на веки. Почувствуйте узкую линию соприкосновений верхнего и нижнего века. Ощутите острые точки их соприкосновения. Затем губы. Сконцентрируйте внимание на пространстве между губами. Пространстве между губами. С губ переходим на дыхание. Переключите ваше внимание на вдохи и выдохи. Почувствуйте движение дыхания от верхней части живота к гортани. На вдохе дыхание поднимается из верхней части живота к гортани. На выдохе опускается от гортани к верхней части живота. Как можно лучше осознайте дыхание. Вверх, вниз. Не пытайтесь усилить дыхание. Просто ощутите и осознайте. Сохраняйте ощущения и в то же время начинайте обратный отсчет. Следующим образом. Произносите мысленно слова. Я делаю вдох 27, выдох 27, вдох 26, выдох 26, вдох 25, выдох 25. И таким образом от 27 до 1. Считайте мысленно про себя, следя за движениями вашего дыхания вверх, вниз и обратно. Осознайте дыхание и отсчет. Если вы сбились со счета, снова начните с 27. Дыхание свободное и медленное. Продолжайте считать. Пробудите в своем теле чувство тяжести. Ощутите тяжесть в каждой части вашего тела. Вы ощущаете такую тяжесть, что вы утопаете в полу. Ощущение тяжести. Ощущение тяжести. Пробудите в себе чувство легкости. Ощущение легкости и невесомости во всех частях тела. Ваше тело настолько легкое, что кажется, что вы уплываете. Ощущение легкости. Пробудите ощущение сильного холода в вашем теле. Представьте, что вы идете по холодному полу зимой. Ваши ноги ощущают сильный холод. Ваши ноги замерзли. Ощущение холода. Ощущение холода. Пробудите ощущение жары. Все тело горит. Вы чувствуете жар. Жар во всем теле. Вспомните чувство жары летом, когда нигде нет тени. Жар во всем теле. Жар во всем теле. Ощущение жары. С
Сконцентрируйтесь и постарайтесь вспомнить чувство боли. Любой боли, которую вы испытали в жизни, физической или душевной. Вспомните чувство боли. Вспомните чувство наслаждения, любого наслаждения, физического или духовного. Вспомните это чувство и оживите его, пробудите чувство наслаждения. Проверьте, что вы не заснули, вы дремлете, засыпаете. Удостоверьтесь, что вы не спите. Скажите себе мысленно: «Я не сплю». Отвлеките свой ум и сконцентрируйтесь на пространстве между вашими глазами, перед вашими закрытыми глазами. Это пространство называется Чидакаша. Представьте перед вами прозрачный экран, через который вы можете видеть бесконечный космос. Космос, расстилающийся настолько, насколько видят глаза. Сконцентрируйтесь на этом темном пространстве и осознайте все феноменальные явления, происходящие в нем. Что бы вы ни увидели, это происходит в вашем уме. Продолжайте осознавать это пространство, но не вовлекайтесь в него. Практикуйте отстраненное осознание. Представьте себя рано утром в парке. Солнце еще не встало, и в парке нет ни души. Вы один в парке. В парке очень красиво, тихо и спокойно. Вы идете по весенней траве, слушаете пение птиц, приветствующих новый день. В парке множество цветов – розовых, желтых, пурпурных, сиреневых. Вы их нюхаете и видите капли утренней росы на лепестках. Рядом с розовым садом – пруд. Там между лилиями плавают золотые рыбки. Посмотрите на их изящные движения. Вы идете между деревьями, красивыми деревьями, деревьями нагими и с листьями, раскидистыми и высокими. Вы видите просвет между деревьями. В просвете на поляне стоит небольшой храм с аурой света вокруг него. Войдите в двери храма. Внутри прохладно, и льется приглушенный свет. Внутри на стенах изображения великих святых. Вы садитесь на пол, закрываете глаза и замираете. Чувство глубокой гармонии и мира охватывает вас. Внешние звуки пропадают. Продолжайте размышлять о вечном, медитировать, сидя в храме. Оставайтесь там еще некоторое время, пока чувства гармонии и мира не переполнят вас. Верните ваше сознание в Чидакаша. Осознайте темное пространство перед закрытыми глазами. Вы также можете представить это пространство перед вашим лбом. Если хотите попробовать, переместите взгляд ваших закрытых глаз немного наверх.
но не вытягивайте шею. Всматривайтесь в темноту перед вашим взором очень внимательно, но отстраненно. Не утопайте в темноте. Дайте вашему уму отдохнуть в этой дружелюбной и теплой темноте. Если перед вами что-нибудь возникнет, например, какой-нибудь цветной узор, взгляните на него мельком и продолжайте осознание пространства. Если появятся мысли, пусть они приходят и уходят. Продолжайте наблюдать за темным пространством. Продолжайте осознавать отстраненно. Теперь вспомните вашу установку, вашу санкальпа. Вспомните установку, которую вы сделали в начале сеанса. Слово в слово и с теми же эмоциями. Повторите мысленно установку 3 раза, четко и ясно, с чувством и особым вниманием. Осознайте ваше дыхание, ваше естественное дыхание. Осознайте дыхание и ваше расслабленное состояние. Осознайте ваше физическое существование. Осознайте ваши руки, ноги, тело, растянувшееся на полу. Осознайте точки соприкосновения между вашим телом и полом. Представьте комнату, стены, потолок, шумы и звуки в комнате и снаружи. Перенесите ваше сознание наружу. Переместите ваше сознание наружу. Мысленно выйдите из своего тела. Несколько минут полежите спокойно с закрытыми глазами. Постепенно начинайте двигать руками и ногами. Потянитесь медленно, не торопясь. Как только убедитесь, что полностью проснулись, постепенно поднимите свое туловище и сядьте. Медленно откройте глаза. Сеанс йога-нидра завершен. Хари Ом Тат Сат. Ом Шанти Ом.